Для деталей спинки наберите по 78 игл и провяжите до 221 ряда совершенно аналогично детали перед, за исключением того, что не начинаете вывязывать вырез горловины. Без выреза горловины провяжите до 221 ряда. На счетчике 221 ряд каретку переводим в положение частичного вязания и приступаем к выполнению плечевых скосов детали спины. С правой стороны в работе оставляем 88 игл. Провязываем ряд слева направо, слева действие зеркально повторяем. 222 ряд на счетчике, провязываем ряд справа налево. 223 ряд в работе справа, 76 игл. Провязываем ряд слева направо. С 224 ряда начинаем выполнять вырез горловины. В работе справа оставьте 15 иглу, остальные в переднем рабочем положении. Провязываем ряд справа налево, выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем 64 иглу, провязываем ряд слева направо, выполняем обвив. С левой стороны в работе оставляем 22 иглу, провязываем ряд и выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем 58 игл. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны в работе оставляем 28 иглу. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны 51 игла в работе. Провязываем ряд. Выполняем обвив. С левой стороны в работе оставляем 33 иглу. Провязываем один ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны все иглы переводим в положение D. Провязываем сглаживающий ряд слева направо. И аналогичным образом выполняем левую часть выреза горловины. Детали отпарьте, уложите друг напротив друга и петельным швом выполните плечевой шов. После чего приступим к выполнению выреза горловины. Петли горловины навесьте на иглы машины. Выполните петли обвива на всех иглах. После чего провяжите желаемую длину ворота. Я хочу, чтобы мой ворот сворачивался в 3 оборота. Я буду провязывать 200 рядов просто гладью, после чего петли свободно закройте. Вяжите горловину постепенно, равномерно увеличивая значение плотности. Вяжем, начиная с плотности 8, потом переходим на 8. Далее 8,2 и так далее, пока не достигнем желаемой длины.